Привет, друзья. Я вам уже говорил. Ну, во-первых, у нас многотемия. Время от времени буду вас развлекать, и вы меня развлекайте, пишите свои стихи тоже. И вот я что придумал для книги, которую мы пишем вместе с профессором по офтальмологии. Ну, скоро она выйдет, вы почитайте, там есть моя глава. Я там, ну, глаза же там вообще-то вопрос. И поэтому там мы сейчас стараемся, чтобы картины несколько там моих были с глазами, и вот сейчас вот эти вот глаза, и вот поскольку мне там в комментах написали, что это самое главное, что в этих глазах есть вот эта вот, ну, бездонность, такая глубина, и вот я придумал такое стихотворение, вы тоже напишите какое-нибудь. И таким образом у нас получится очень интересная встреча в этих комментах. Мы никогда не поймем друг друга, потому что душа бесконечна, а слова конечны. Только в стихах мы можем сказать в рифмах, которых вечность. Не важен цвет, но это те глаза, кто глубже всех задумывается, и одновременно там и здесь, в безмерной глубине, в глазах, в котором разом все и все. От этих глаз не оторвать глаза и не забыть. Из космоса родник вовеки не испить. Так бесконечно глубока душа твоя, любовь моя. Глаза, как зеркало души, когда как космос ты, в котором разом я и ты. Ну, давайте, пишите. До встречи.